Привет, народ! Вещает Антон. Хоть летняя пора и закончилась, это не повод убивать радость, теплоту и праздничное настроение внутри себя. Поэтому я подготовил для вас топовые водные горки, на которые вы всегда успеете приехать и сполна оторваться. Сегодня вы увидите аттракционы, многие из которых имеют совершенно разную задумку, но все они кое в чем похожи. Они откладываются в памяти своих гостей на всю жизнь и дарят им море положительных эмоций. Ну а пока мы не начали, проверьте лайк, подписку на канал и колокольчик. Сделали? Напомню еще про конкурс в конце видео на 1000 рублей. Если готовы, тогда погнали! И начнем мы с вами сегодня с топовой горки, которая носит название «Сфера». Сперва вы подходите к спуску, садитесь и скатываетесь вроде как по открытой трубе. Но в один момент она приводит вас в настоящую сферу, которая внутри окрашена в красивую черно-белую клетку. К тому же там все подсвечивается и создает реально необычную атмосферу. Через некоторое время человек скатывается по наклонной прямо, как говорится, к свету в конце туннеля. Но этот свет благо ведет к выходу обратно наружу. Там человека встречает привычная ему открытая розовая горка с рядом крутых поворотов и... напоследок еще одна сфера. Такая же, как и в начале. Причем в них можно даже притормозить и сделать небольшой перерыв. Клевый аттракцион. Постарайтесь сейчас вспомнить те эмоции и ощущения, которые вы испытываете при скатывании с горки, будь то на велосипеде, роликах или вот как тут на тюбе. Помните, как завораживает дух и как приятно сразу становится на душе? Так вот, мечта сотен тысяч человек исполнилась. И теперь это ощущение практически не заканчивается на этой длиннющей горке. По словам создателя, это самый длинный спуск в мире, имеется в виду под таким углом. Причем в процессе съезда гостей ждет много разных прикольных подсветок и рисунков, которые добавляют шарма. Эх, как бы мне хотелось там оказаться, вы не представляете. Следующая горка расположилась в прекрасно известном всем вам городке Лас-Вегасе. Она подойдет тем, кто обожает скатывание спиной вперед. Дело в том, что... А хотя чего я пытаюсь тут объяснять? Сейчас сами все увидите. Подходите, значит, к трубе, садитесь... Забыл отметить, скатываться можно и даже нужно по двое. Так вот, садитесь и поехали. Поначалу все будет нормально, ничего необычного. Как вдруг вы выезжаете наружу и видите перед собой огромный подъем. Скорости, чтобы избежать его или взобраться на него, само собой не хватит. Поэтому вы лишь поднимаетесь, а потом по законам физики обратной стороной поедете вниз. Там-то вас и будет ждать любименький спокойный бассейн. Горка не такая, что прям вау, но стоит вашего внимания. А эта горка была создана по принципу настоящей воронки, которая всасывает в себя все без доли сожаления. Да-да, и людей в том числе. Причем скатываться тут можно сразу на нескольких тюбах, что очень круто при отдыхе в большой компании. Поначалу горка ничем не примечательна, кроме интересной декорации где-то в середине. Зато после нее вас ждет резкий выброс в тот самый вихрь или же воронку, которая и будет постепенно вас засасывать. Эмоции, вот правда, не передать картинкой, это надо ощутить. Но они очень крутые и сразу заставляют гостей улыбаться. Ну а после воронки вас хоть вперед ногами, хоть назад, выкидывает в бассейн. Однако тоже драйвовый моментик. Каждый из нас, да даже каждый ребенок знает, как выглядит река и ее течение. Но вы когда-нибудь имели желание оказаться частью этой самой реки? Частью ее вод и спуска? Если да, то следующий аттракцион был буквально создан для вас. Он имеет зигзагообразную форму, по которой вы как змея будете спускаться вниз к бассейну. Все это сопровождается внушительным напором воды и реально создает клевые ощущения. Плюс очень здорово, что горка открытая, и вы всегда можете прикалываться или наблюдать за остальными. А эта горка сперва вовсе мне показалась какой-то криповой. Нет, я серьезно. Это лягушка, свисающая над пропастью, эти цвета, из которых состоит воронка. Как-то необычно, интересно и в то же время стремновато. Но автор следующего видео все-таки переборол себя и отправился по ней скатываться. Я, признаться, даже не ожидал, что она может оказаться такой быстрой с самого начала. Вон как он успевает лишь кричать и ойкать во время спуска. И это только цветочки. Ягодкой на торте будет та самая воронка, в которую гостей с этой набранной огромной скоростью выкидывает и пускает на самотек. Ощущения нереальные. Вам сразу захочется скатиться на ней еще и еще. Запомните мои слова. Ну не нужно. Правда, не нужно говорить, что вы никогда не скатывались с горок на перегонки со своими близкими или друзьями. Да быть такого не может. Вот, правильно. А пока вы потихоньку признаетесь, представляю вашему вниманию аттракцион, который реально именно для этого и был приготовлен. Он состоит сразу из трех дорожек, над которыми есть индикаторы. Как только они загораются зеленым, вы стартуете. То есть тут все по-серьезному. Старт прямо как в драгрейсинге. Очень важен. А еще необходимо умело контролировать свое тело на спуске, чтобы не терять скорость. Короче, победить просто так не удастся. Разве что разок на шару.
Этот аттракцион Апупена подойдет для тех, кто хочет почилить вдвоем, втроем или даже вчетвером. Кататься на горке можно на тюбе из 4 свободных мест. И нет, не смейте думать, что горка из-за этого не будет драйвовой и интересной. Как раз-таки тут все наоборот. По ней вы будете спускаться через красивую радужную трубу, выводящую неожиданно на резкие повороты и скатывания. Если на картинке это кажется недостаточно увлекательным, то в жизни вы с первого же захода заберете свои слова обратно. Горка реально очень интересная и захватывающая. Тем более, когда еще вы будете сидеть прямо напротив друг друга и смотреть, как его с головой окунает в воду на вираже? Ну разве уже это того не стоит? Следующая горка представляет собой настоящий рай для тех людей, которые обожают что-то яркое и постоянно меняющееся. А те, кто страдает эпилепсией или кого укачивает, лучше посидите в сторонке или прокатитесь лишний раз на чем-нибудь другом. Тут вас с самого старта будет ждать настоящая палитра из декораций. И красивые разноцветные полоски, и что-то светящееся, и мигающее, и кружочки, и фигочки. Короче, все подряд и очень быстро. Пролетаешь и даже не замечаешь, как прошло время. В голове остаются только блики и звездочки. Особенно круто, когда ты выезжаешь на эту широкую раскачивающуюся платформу. Хотели бы прокатиться на такой? Напишите в комменты. Народ, вот вы же все прекрасно помните те горки, которые мы с вами успели заценить, верно? Также по-любому видели их и из других роликов, ну или в жизни. Теперь вот ответьте мне на один вопрос. Вы когда-нибудь замечали горку, сделанную не из пластика? Лично я ни разу. И каково было мое удивление, когда я познакомился с ней? Эта горка полностью сделанная только из металла и стекла. Настоящих. И нет, тут дело не в том, что материалы редкие и все такое, как раз наоборот. Тут дело в том, что ощущения будут от прокатки у вас совсем другие. Вы успеете знатную часть прогуляться по металлу и даже немного проскользить по стеклу. Не знаю, по-моему, достаточно заманчивое предложение, чтобы разок да проскользить по ней. Следующая горка носит гордое название «Анаконда». Сперва вы садитесь на одноместный тюб, затем вас подталкивают, и вы начинаете свой путь. Вас встречают прикольные, довольно необычные для таких горок оттенки в виде чего-то лично мне напоминающего солнечные приколюхи. Потом все идет спокойно, спокойно, спокойно. И тут бац! Резкий дерзкий спуск вниз, который устремит тюб вместе с вами прямо в кровожадную мордашку змеи. Благо разгона, чтобы докатиться до нее, не хватит, и вы поедете вниз спиной обратно к безопасности. Эта горка называется «Гонщики в пустыне». Я думаю, вы уже понимаете почему. Что, не догадываетесь? Ну, как бы вам это сказать? Горка очень быстрая, и находится она в пустыне. Вот отсюда и такое название. Как бы и рассказал о горке. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну а если серьезно, то горка реально очень красивая и динамичная. Давайте вместе заценим спуск с нее одного смельчака. Хотя, видя, как люди один за другим даже не спускаются, а слетают с нее вниз, я бы постремался на нее идти. Благо он не я, а я не он. И каждый сделал свое дело. Поэтому приятного просмотра. На этом наши с вами скоростные спуски не заканчиваются. Я очень хочу показать вам еще один вариант такого съезда. Он отличается от предыдущего тем, что данная горка полностью закрытая. Не знаю кому как, но мне на таких как-то спокойнее съезжать. Если речь идет про скорости, я имею в виду. К тому же внутри тут куча разных декораций. Вернее, она одна, но повторяющаяся. Лично мне этого достаточно. Поэтому, как говорится, уверенно подошел, взял и скатился с горки. А точнее, пулей с нее вылетел. Потому что эта скорость реально даже чувствуется через видео в закрытой трубе. Вы только представьте, каково испытать это в жизни. Так, давайте-ка проведем еще один социальный эксперимент. Только не стесняйтесь и отвечайте честно. Вы хотя бы раз следили за тем, как вода, ну, или что-то еще, смываются в туалете? Помните, как их закручивает, и они такие бульк, исчезают из виду? Так вот, больная фантазия создателей следующей горки позволяет людям почувствовать себя той самой... водичкой, которую смывают. Поэтому вы почти сразу оказываетесь в такой воронке и можете наслаждаться процессом. Парнишка вон вообще полный релакс поймал и почти не двигался. Вот это я понимаю, наслаждался процессом. Следующая горка была придумана для двоих. Два человека садятся на уютный тюб. Тот, кто потяжелее, назад, полегче вперед. Это чтобы на крайняк никого и ничего не перевесило. В общем, вы садитесь и отправляетесь в увлекательное путешествие по взлетам и падениям. Прямо как по жизни многих музыкальных исполнителей в перемотке, так сказать. Так, понял, шутка была не очень, не исправляюсь. Но все же мы тут не из-за шуток, а из-за топовых горок, поэтому давайте лучше в тишине досмотрим клевую поездку ребят. Она выдалась воодушевляющей и захватывающей. Мне даже через камеру очень понравилось. Ну а теперь я покажу вам еще одну горку, которая отличается от всех предыдущих.
Дело в том, что она представляет собой чуть ли не бесконечную спираль, на которой по мере спуска человек едет все быстрее и быстрее, уже чуть ли не вылетая за пределы аттракциона. Ладно, это если что, я так прикалываюсь. Само собой, никто не вылетал. За последнее время. Короче, горка безопасная, захватывающая и необычная. Если вдруг увидите такую в аквапарке, где будете отдыхать, непременно затестите. Вам 100% зайдет. Ну а на этом, ребят, я вынужден закончить, а также я не забыл про конкурс на 1000 рублей. Условия все те же. Подписка на канал, лайк и креативный комментарий под видео. И все, ты участвуешь. Ну а в прошлом конкурсе победил Георгий Прокофьев. Я с тобой свяжусь в течение суток, и ты заберешь приз. Ну а вам, ребят, удачи и всем пока!